Всем привет, вы смотрите канал GameBreak, с вами я, Владимир, и сегодня у меня очередная альтернативка. Это башня Артханг. Вот такая вот башенка. Я ее построил из набора 76-100 по черной пантере, коготь. Кораблик этот использовал практически все черные детальки. Такая достаточно прочная конструкция получилась, прям не знаю, как маленький этот Оскар. В стиле лего архитектуры построена, тут он даже маленький сурумян есть. Давайте его на топ башни засунем наверх. Рассказывать тут особо нечего, все видите сами. Основной акцент сделан на переднюю часть башни, но она должна быть одинаковая со всех сторон. Но даже если взять леговский вариант, да, тут спереди было все красиво, а сзади там были комнатки. Ну, здесь тоже вот передняя часть у меня проработана, задняя не особо, ну так, чтобы не было дырок лишних, просто чтобы смотрелось таким цельным вариантом. А вот такая вот моделька, маленький обзор, маленькая моделька. Строил я ее, не знаю, часа два, наверное, я строил. И, на мой взгляд, получилось вполне так симпатично. На полочку куда-нибудь поставить, я думаю, будет смотреться. Если у вас есть свои детальки, можно как-нибудь верхнюю часть обыграть по-другому. Ну, вот я решил это сделать так. Все, на этом я с вами буду прощаться. Комменты, лайки, подписаться не забудьте, чтобы ничего не пропустить. Как я уже говорил в предыдущих видео, основной акцент у меня сейчас будет на альтернативках. Ну, плюс обзорчики так по ходу дела поскольку. До свидания, ребята. Всем пока. Хорошего вам настроения.